Здравствуйте. В эфире выпуск новостей, подготовленный корреспондентами общественного саянского телевидения. В студии для вас работают ведущая Элина Васильева и оператор Юрий Кузьменко. Смотрите в этом выпуске. Ситуация с коронавирусом в регионе ухудшается. Окончен особый противопожарный режим. Темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Не забудьте взять в отпуск медицинский полис. Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области ухудшается. В связи с этим власти вводят дополнительные ограничительные меры, запрет на массовые мероприятия, ограничения в работе театров и проведение гастрольных концертов. Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области ухудшается. Об этом сообщил на совещании губернатор региона Игорь Кобзев. Наши соседи, отметил губернатор, Бурятия, Прибайкалье, вводят дополнительные жесткие ограничительные меры. И мы тоже должны понимать, что цена вопроса – человеческая жизнь. Мною было принято решение о проведении, вернее, о переносе всех массовых мероприятий, их проведении на более поздний срок. Более того, что мы ввели запрет с 12 июня проведения развлекательных и других мероприятий уже в рамках нашей совместной работы. Спортивные и физкультурные мероприятия проводятся только без зрителей и продолжает действовать режим ограничения для работы театров, заполняемость которых не более 75%, и групповых экскурсий в музеях не должно превышать 5 человек. Власти Иркутской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ограничили также проведение гастрольных концертов и выезды местных артистов. В пятницу мы сначала решили не переносить гастрольные концерты, но сегодня вот еще раз 3 дня посмотрели, понаблюдали. Ситуация сегодня говорит о том, что это необходимо сделать. Кроме того, конечно, я полностью поддерживаю здесь комиссию нашу санитарно-противоэпидемическую. И нужно еще и снизить заполняемость залов, театров, кинотеатров и цирков до 50%. Запланированные концерты, которые из-за новых ограничений не смогут состояться, не отменяются, а переносятся на более поздний срок. По данным регионального оперштаба, в Иркутской области на 16 июня подтверждено 71 800 случаев заражения. За время пандемии в регионе выздоровели 69 599 пациентов, умерли 2671. На прошлой неделе в регионе развернули дополнительно 1300 ковидных коек. Всего на сегодня развернуто 2700 коек, из них занято 2400. На территории Иркутской области с 1 мая по 15 июня действовал особый противопожарный режим. На весь указанный период было запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ. Сегодня этот особый режим официально отменен. Особый противопожарный режим, который действовал на территории Иркутской области с 1 мая по 15 июня, был отменен. В данный промежуток времени был введен запрет на посещение лесов, разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, в том числе использование устройств и сооружений для приготовления шашлыков. На территории Иркутской области с 1 мая по 15 июня действовал особый противопожарный режим. На сегодняшний день данный особый противопожарный режим закончен, то есть есть послабление, что граждан интересовало, что на дачах использовать мангалы для приготовления шашлыков. Данное мероприятие на сегодняшний день разрешается, но при этом нужно соблюдать все требования пожарной безопасности. Спасатели призывают горожан и садоводов следить за тем, чтобы они своевременно очищали территорию от мусора и сухой растительности, а также организовали дополнительные временные противопожарные полосы. У нас прошли дожди, выросла трава зеленая, что правила противопожарного режима говорят о том, что нужно скашивать эту растительность, потому что потом она переходит в сухую растительность, и все создает эту пожарную нагрузку, что вследствие может стать причиной пожара. Председателям садоводств поручено проводить постоянный мониторинг пожарной обстановки и очагов возгорания, а также принять дополнительные меры по противопожарному обустройству территорий на закрепленных дачных участках. 11 июня гостями Саянского градообразующего предприятия стали преподаватели и научные сотрудники Иркутского национального исследовательского технического университета. Эта поездка поможет определить дальнейшие пути сотрудничества между учеными вуза и специалистами предприятия.
11 июня гостями Саянского градообразующего предприятия стали преподаватели, профессора и научные работники Иркутского национального исследовательского технического университета. В состав делегации университета во главе с ректором Михаилом Корняковым вошли свыше 10 представителей ректората и кафедр института. Иркутский технический университет и акционерное общество «Саянскхимпласт» сотрудничают в сфере подготовки кадров. Политеховцы проходят практики и стажировки на производственных площадках предприятия. Мы очень довольны, что приехала большая команда, причем те, кто занимается подготовкой кадров и кто занимается прикладными вопросами. Для нас интересно это общение с точки зрения, что меняются требования к системе образования, в том числе высшего. Мы из разговора с нашими коллегами поняли, что серьезные изменения есть, и они работают в пользу, скажем, практической направленности подготовки специалистов. Ну и второй вопрос, который нас, конечно, интересует. Как в любом вузе, наверняка в политехе есть разработки, которые могли бы быть применены у нас, но даже если нет таких разработок, у нас есть темы, которые могли бы совместно на теоретическом плане, а дальше в практическом решаться. Гости обсудили с руководством компании перспективы в области подготовки инженерных и научных кадров. Компания «Саянскхимпласт» очень много вкладывает усилий и средств в оснащение нас современным оборудованием, на котором мы готовим наших студентов, чтобы они были качественными специалистами. И мы в том числе сотрудничаем и по научным направлениям, по инженерной разработке. Как раз сегодняшний визит – это общение наших профессоров, наших ученых с инженерами, с специалистами предприятия, чтобы наметить дальнейшее направление научного инженерного сопровождения компании. В ходе рабочей поездки сотрудники вуза посетили промышленные площадки акционерного общества «Саянскхимпласт». Иркутяне побывали на руднике производства хлора и каустика, винилхлорида и поливинилхлорида. Еще одной точкой маршрута стал завод ООО «Саянскгазобетон». В настоящее время на «Саянскхимпласте» трудится много выпускников технического университета. Они работают в подразделениях, связанных с механикой, станками и оборудованием, энергохозяйством и химией. На каждом из производственных участков делегацию ИРНИТУ встречали выпускники вуза. Каждому из них ректор Михаил Корняков вручил значок Иркутского политеха на память о студенческих годах. Торжественный момент. Сегодня научное сопровождение производственного процесса как никогда важно для успешного развития предприятия. Вот почему визит научных работников Иркутского исследовательского технического университета стал важным этапом в работе на перспективу. Любой химический, особенно процесс, это такой живой на самом деле организм. У него всегда что-то меняется. Меняется немножко состав сырья, значит, нужно подстраивать технологию, подстраивать науку под тоже под эти проблемы. Да? И, конечно, существует, для «Саянскхимпласта» на сегодняшний день довольно актуальная проблема – это, скажем, было бы хорошо отходы не просто сжигать, да, мы сейчас их сжигаем, вот отходы органические, а превращать их в какие-то полезные продукты, которые тоже можно было бы использовать. Гости по достоинству оценили высокий уровень модернизации производственных процессов на «Саянскхимпласте». Впечатление великолепное. Я не ожидал увидеть такое современное производство в нашей области. Вот это пример, по-моему, для многих предприятий химической отрасли. Высокоавтоматизированное производство, где я как специалист в области автоматизации просто восхищен. Поездка в Саянск ведущих сотрудников Иркутского технического университета поможет определить дальнейшие пути сотрудничества между учеными вуза и сотрудниками предприятия, в планах которого внедрять на производстве новейшие научные разработки и самые современные технологии. Темпы вакцинации оставляют желать лучшего. В настоящее время власти и медики используют любую возможность, чтобы призвать граждан вакцинироваться, так как это единственный способ остановить вспышки коронавируса. Мы уже привыкли к тому, что в большинстве муниципальных учреждений был введен закрытый режим работы, действовали ограничения приема граждан в связи с коронавирусом, а оказание государственных услуг было переведено в режим онлайн. Со временем ужесточение отменили, и горожане стали привыкать к нормальной жизни и даже позволили себе некоторые послабления. Но похоже, что с середины июня ситуация резко поменялась. Это, по мнению медиков, связано с тем, что многие люди перестали использовать средства индивидуальной защиты. В настоящее время происходит ужесточение мер, связанных с коронавирусной инфекцией. Безусловно,
произошло некое расслабление, и люди уже при покупке в магазинах не используют средства защиты, а именно маски, перчатки. Административную ответственность, введенную в прошлом году, никто не отменял, и она как действовала, так и будет действовать. Вы это, безусловно, можете смотреть на больших городах, на примере больших городов: Москва, Санкт-Петербург, где идет повсеместное ужесточение применения административной ответственности. Сегодня полицейские проводят профилактические мероприятия по информированию саянцев о необходимости соблюдения масочного режима и напоминают горожанам о важности соблюдения требований и рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Призываю также соблюдать масочный режим и активно прививаться, поскольку только создание коллективного иммунитета, я думаю, поможет победить нам эту непростую болезнь. По закону, саянцы, которые не соблюдают требования безопасности и рекомендации, могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. В летний период во время отпусков и работы на дачах активность на рынке труда снижена, хотя работу может найти каждый, ведь количество вакансий большое. На сегодняшний день на регистрационном учете в городском центре занятости состоит 141 человек, из них 101 получает пособие. Уровень безработицы в городе составляет 0,6%. Если брать средний областной уровень безработицы, он составляет 1,4%. Заявленная работодателями потребность в городе сегодня превышает 1800 вакансий. Из них 1500 вакансий – это вакансии по рабочим профессиям. Средняя заработная плата по представленным вакансиям составляет чуть более 40 тысяч. Если брать вакансии на территории города Саянска, средняя заработная плата составляет 27 тысяч рублей. Наиболее востребованными в городе остаются педагогические и медицинские работники, водители, продавцы, охранники, воспитатели, уборщики производственных помещений, грузчики, электромонтеры, электрогазосварщики. Хотелось бы отметить, что в 1800 еще входят вакансии вахтового метода. То есть на сегодня мы работаем с вакансиями вахтовые, то есть это не только территория Иркутской области. Также на сегодня у нас востребованы вакансии железной дороги. Представлено более 100 вакансий. В летний период время работы на приусадебных участках, напряженность на рынке труда снижена. Как правило, рост желающих трудоустроиться отмечается ближе к осени. Лето. В разгаре сезона отпусков. Собираясь в путешествие, помимо стандартного набора личных документов, не забудьте взять с собой свой медицинский полис. В разгаре сезона отпусков и несмотря на режим ограничений, многие горожане все же отправляются в поездки в разные города страны или зарубежья. Собираясь в путь, помимо стандартного набора личных документов, не забудьте еще об одном очень важном. Начался период отпусков, продолжаются командировки. Я хочу обратить внимание граждан, которые застрахованы в системе обязательного медицинского страхования, а это практически все граждане за исключением аттестованных граждан, те, которые не подлежат обязательному медицинскому страхованию, выезжая за пределы области, пожалуйста, чтобы были с собой обязательно полисы обязательного медицинского страхования. Хорошо, если, и это будет здорово, если никто не заболеет во время отпусков и командировок, да, но если вдруг что-то случится, экстренную и неотложную медицинскую помощь будет проще гораздо получить по полису обязательного медицинского страхования и бесплатно. Полисы выдаются единого образца. Это бумажный либо пластиковый документ. Владельцы полиса вправе получить бесплатное лечение на всей территории России. В программе ОМС прописан минимальный список медицинских услуг. Среди них амбулаторная помощь, постановка диагноза, неотложная помощь в выходные и праздничные дни, медпомощь в условиях стационара в случае обострения заболевания, при отравлении и травмах, а также диагностические лечебные стационарные процедуры. За медицинской помощью вы можете обратиться в любое медицинское учреждение, которое участвует в системе обязательного медицинского страхования. Действие медицинского полиса на территории всей страны регламентирует федеральный закон номер 326. Если вас в регистратуре другого города не приняли, необходимо обратиться к главному врачу этого медицинского учреждения или к его заместителю, потому что отказ в неотложной помощи влечет штрафные санкции. Если накупил конфет, фантик бросьте здесь же рядом. Убирать его не надо, пусть другие уберут.
Сибирская земля славится талантами. Не подкачали и ребята из экологического отряда. В подарок саянцам вредные советы. Дорогие наши дети, мамы, бабушки и тети, папы, дедушки и дяди, приходите на фонтан, только захватите много разных вы с собой вкусняшек, все в красивеньких обертках и в бутылках, в скорлупе. Ешьте, пейте, не стесняйтесь, у скамеек все бросайте. Вы не бойтесь, нам не трудно, мы за вами уберем. Дарим людям красоту и радость. С начала лета в городе трудятся ребята экологического отряда, которые в том числе наводят порядок в лесопарковых зонах и зонах отдыха. Итог такой деятельности неожиданный, творческий. Горожанам, которые неприлично много мусорят, подростки и педагоги обратились в стихотворной форме. Вредные советы написаны от души. Если ты купил конфеты, то не ешь один их дома. Ты в таежные бульвары их с собой захвати. Поделись там ты с друзьями, чтоб они тебе спасибо все сказали, и обертки дружно бросили под куст. Посадили здесь цветочки, ели, сосны, можжевельник. Так красиво получилось загляденье одно. Если вдруг у вас на даче нет каких-либо из этих, можно потихоньку ночью выкопать и унести. Если же нести далеко, можно наломать букетик. Принесете его маме, мама скажет «молодец». Добавится в коллекцию вредных советов опусы о чипсах, палочках от мороженого и сладкой ваты. Мы планируем распечатать вот это вот, заламинировать и где-нибудь понаклеить вот эти вот такие вредные советы от экологического отряда. Хотелось бы, чтобы люди относились с уважением к нашему делу, потому что очень много мусора. Например, вчера мы в этом месте подмели, и завтра там будет опять много мусора. Россияне много говорят о культуре европейских городов, где на улицах и в парках не увидишь ни сориночки. В нашей стране, как правило, ни призывы уважать чужой труд и сохранять чистоту городских зон, ни наставления и призывы к совести не помогают. Давно в Саянске муссируется тема введения штрафов. С каждым днем она становится все актуальнее. Традиционно в родительские дни принято поминать усопших и молиться об упокоении их душ. В июне текущего года будет только один такой день – Троицкая родительская суббота или Вселенская родительская суббота. Затем следует светлый праздник Троицы. Одним из главных христианских праздников, завершающих пасхальный цикл, является День Святой Троицы. Каноном этого праздника является Троицкая родительская суббота. Согласно народной православной традиции, она считается главным поминальным днем в году. В текущем году День Святой Троицы отмечается 20 июня, а родительская суббота приходится на 19 число. Далее в понедельник, 21 июня, наступит Духов день. До христианских времен на Руси в это время наступал период, который называли Русалией. Праздник в честь Святой Троицы посвящен событию, которое описывается в Евангелии. Речь идет о сошествии Святого Духа. Цвет Троицы зеленый. Это праздник обновления духовной весны и жизни. Символом праздника является березка, это дерево считается женским. Поэтому на Руси ранее девушки украшали березку и загадывали заветные желания. По поверьям, в этот период наступают именины земли кормилицы, поэтому великим грехом считается пахать, рыхлить, сажать и проводить какие-то работы на земле. Для многих родителей лагерь с дневным пребыванием детей – это настоящая находка. Ребенок с пользой проведет каникулы. С 1 июня на базе Саянской детской спортивной школы действует такой летний оздоровительный лагерь. «Ни дня без спорта мы против вредных привычек, которые ведут на край пропасти». Это девиз мальчишек и девчонок, которые занимаются и отдыхают в летнем оздоровительном лагере на базе спортивной школы. Ежедневно, кроме выходных, 15 юных атлетов спешат в спортзал, чтобы совершенствовать тело, воспитывать свою душу, развивать силу воли под руководством своего тренера, не забывая при этом про отдых и развлечения. «Я хожу в лагерь уже третью неделю. Лагерь открывается с 8:30. Потом у нас разминка. Мы идем кушать, обедать. Потом отдыхаем и снова разминка. Когда у нас дождливый день, мы сидим здесь, играем в теннис, рисуем. А когда жарко, мы ходим в кино, в бассейн, на разные мероприятия и играем в
игры. У нашего спортивного отряда, признается Леонид Пустоводов, на протяжении всей смены есть прекрасная возможность заниматься любимым видом спорта. Ежедневная разминка, занятия по общей физической подготовке, отработка ударов и спарринги. Все это делает прекрасную возможность каждому испытать силы, преодолеть стремление пожалеть себя, сославшись на боль и усталость. В этот лагерь я хожу уже второй год подряд. О, чем мне нравится этот лагерь, что я поддерживаю свою физическую форму и веселюсь с ребятами. Это и важно для моего организма, и для чтобы не потерять свою физическую форму. В августе я планирую съездить на Байкал 2-3 недельки. Но за этот промежуток времени я не потеряю свою физическую форму и смогу спокойно вернуться в школу подготовленной. Смена длится около 3 недель, но многие ребята хотят продолжить тренировки и записаться на новый сезон. Но это невозможно, потому что в период летней оздоровительной кампании организаторы планируют дать возможность отдохнуть и потренироваться всем ребятам, которые посещают спортивные секции города. Работница предприятия «Саянскимпласт» Екатерина Голубева предлагает горожанам посетить занятия по стретчингу. Сегодня это направление фитнеса невероятно популярно. С легкостью сесть на шпагат, покорив изяществом и грацией, удивлять красотой походки, элегантностью движений, направление стретчинг сегодня на пике популярности у людей всех возрастов. На базе спортивного клуба «Боец» система упражнений, направленных на повышение эластичности мышц и совершенствование гибкости тела, преподает дипломированный специалист Екатерина Голубева. Мечта всех девчонок с детства – сесть на шпагат. Это очень много кто хочет, ради этого приходит. Ну, вообще, как бы для здоровья полезно. Я когда начала этим заниматься, вот как это объяснить, не знаю, настолько увлеклась, что ты не думаешь про то, что у тебя нет сил. Ты просто приходишь и занимаешься. От этого какой-то своеобразный кайф. Это надо любить. Оздоровительная система стретчинга оперирует большим количеством разнообразных упражнений, вариантов их комбинаций, широким диапазоном интенсивности нагрузок, что обеспечивает высокую вовлеченность в тренировку всех мышечных групп тела. Набор в группу стретчинг открыт. Мы находимся в бывший межшкольный комбинат. Вторник, четверг 19:30 и воскресенье 18:30. Приходите, мы вас ждем. Это были все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.